Уже год как в России ужесточили закон, касающийся невыплаты алиментов. По словам судебных приставов нашей республики, эти меры помогли взыскать с родителей больше 4 миллионов рублей. Теперь, если должник после привлечения к административной ответственности по-прежнему не торопится помогать своему ребенку, на него заводят уголовное дело. С начала этого года в Чувашии возбуждено почти 300 таких дел. Причем 20 мужчин сразу же нашли деньги на погашение долгов. Другая эффективная мера – ограничение прав на вождение автомобиля. Что касается, например, ограничений специальных прав, то наибольшая сумма, которая была внесена должником, это порядка 700 тысяч рублей. То есть вручили постановление об ограничении специальных прав, и чтобы не расстаться со своим транспортом, на котором должник постоянно разъезжал, он полностью в полном объеме погасил сумму задолженности по алиментам. По уголовным же делам, после возбуждения уголовного дела должником, вот самая максимальная сумма, которая была оплачена, это почти 200 тысяч рублей.